Сиамские зиблицы. Здравствуйте, уважаемые. Это снова любопытный геймер и рыжик, или я не знаю, как это назвать, скульптурная композиция «Громозека-богатырь». Или маленький заплечный темный эльф. Блин, какой? Почему маленький заплечный темный эльф? А ты кто? А я... Не знаю, хвостокадычный норд. А ты за передний, блин. Нет, ну серьезно. Ты смотришь, жопа, перевосток. Ты похожа на рюкзак на мой. Знаешь, есть эти рюкзаки такие в виде... Большой за передний норд. Милых зверушек всяких. Большой передний норд. А так тоже ничего, да? Вот, супер. Смей, Горыныч. Ай, под Горыныч, пойдем. Куда ты? Не знаю, квесты. Квесты, ой, квесты всем колдовать. Привет, народ. О, Господи. Блин, жесть. Смотри, какая. Смотри, пророк. Давно ой, не виделись. Откуда это он вылез? Из воздуха. А вот ты где, Вестидж. Мы сможем... мы должны опять поговорить. А, ну здорово, пророк, здорово. Слушай внимательно, я обнаружил безопасную гавань, с которой мы можем планировать наши дальнейшие действия. Мы можем, мы должны встретиться там. Леша, у тебя голос. Что? Прыгает. Голос. Прыгает. Да. Что и где это находится, эта безопасная гавань? Что? Я пробужу какой-то там пепел в воздухе. Вообще непонятно, что ты сказал сейчас. Технический проблем. А сейчас? А сейчас я не знаю, ты скажи что-нибудь. Что-нибудь? Ну, вроде нормально. Ну, тебя, видишь, периодически пропадает. Он вообще говорит, там... что он в Морровинде. В доме темных эльфов. У тебя, короче. Что это у меня сразу? В городе, который называется Давон. Давонская стража. А, о, где как раз эта гильдия воинов. Вот оно где. Я найду тебя там. Меня? Ну, его. Пророга. Ты с ним уже поболтала, да? Я сразу пощелкала и все. Так, ну мы идем говорить с Моллой. А че мы? Куда идем-то? Ни хрена ты умотал. Куда? А я тут бегала. Я так в лужу плюхнулся эффектно. Жалко, ты этого не видел. Я видела. Так, ну что нам скажет Молла? Она живет. Они живы. И на них больше нет шерсти. Рад, что смог помочь. Понятно. Что такое? Они очень не хотели провести остаток жизни в качестве грызунов. Ну, оно, в общем, логично. Я бы тоже не хотел. Опять, блин, заикаешься. Ты квест сдала? Ну, да. Денежку получила. Окей. Так, а что нам еще-то надо сделать? А нам, кстати, в дом можно сюда зайти. Там, кстати, пророк, да, в этом доме-то он? Нет, пророк-то не в доме уже. А что нам в дом показывается вот сюда вот? А там с этой, с главой стражи вроде, с капитаном Руной.
поговорить нужно. Мы опять невидимые, да? Да. Багнутый дом. Так, я подготовлю город к эвакуации. Найди как можно больше людей, чтобы отправить их сюда, назад. А я продолжу тогда искать. Нет, мы же еще не готовы к эвакуации, правильно? Так, а что нажать-то? Второй выбор, я еще поищу там. You right? Что-то такое тут. Keep looking. Keep looking. Вот это нажать, да? Да. Да, он сказал, спасибо, будь стару. Так, давай придумаем, что еще поискать. Это я поняла, что она сказала. Так. А где ты? Где? Не понял, что ты... А, вот. А, вот ты стоишь. Слава яйцам! Так, а что такое-то? Слава. Так, о, пойдем жечь припасы бандитам. Ну-ка, погоди, что-то я из дома вышла, у меня резко FPS упал вообще. Шо, опять? Все, сейчас нормально. А то прям вообще капец. До 15 упал. А теперь не капец? Понятно. Это много объясняет. Да. Волки какие-то. Какие-то. Обычные волки. Какие-то, говорит, волки. Мы лесорубы, мы дровосеки. Ну, ты, может, и дровосек, а я вот молотобоец. А, да, точно. Трием. Так, куда мы? А, вот я вижу черный стрелочек. И мы к ней приближаемся. Привет, мужик. По чуть-чуть. За тобой волчара. Где? Ой, я камушек нашла. А, он меня сейчас. Так, не трожь. Все, загрызли. Хочешь камушек? Бери. У меня их много просто. Можно солить вместо огурцов. Сколько? Че сколько? Ну, сколько их у тебя? Надо посчитать. Огурцов. 3-литровая банка будет, я думаю. Вот еще один. Будешь брать? Нет. Я хочу квест выполнять. Все равно крафтом я не буду заниматься. Я уж это... Я не знаю, он там для чего-то нужен. Ну, о, блин, сейчас я сожгу припасы бандюков. Ей. Есть. Теперь освободим заключенных. Ты сожгла? Да. Отлично. А что, они нас не видят? Лошары. Так, кого тут освободить-то? А, во, вижу. Бьёрнульф. Ты не из бандитов, помоги мне. Как же они тебя поймали-то? Напали в лесу. Я собирал дрова. Дедринг, мой брат, пытался сражаться, но они его порубали в куски топорами. А, я думал, что я был мертв, пока не... А, думал, умру, пока ты не прибыл. Ну, короче, спасибо. Завершаем квест. Пожалуйста. Вот сюда иди. Я уже все его освободила. Да? Отлично. Да. Так, теперь давай еще. Что-нибудь выберем. Тут спереть ничего нельзя. О. Это на карте у нас где?
Так. Ох ты ж, нифига себе. Какой ты выбрал? Хозинс Фолли. Так, подожди, а как его выбирать, чтобы стрелочка показывалась? На Е? Е. Ага, окей. Пам! Бежим? Да, нас, по-моему, спалили там что-то. Не, сзади. Это других там кто-то напал на них. Ага. Те, кто не в курсе, что можно переодеваться. Подожди, а я же отметила, а мне все равно не показывается стрелкой, ну, куда бежать. А показывается, там не стрелка показывается, а такая пещерка. А, я просто думала, что это тот дом, ну, где, нет. Типа, завернули. Не-не-не. Давайте локацию мы заканчиваем. Нам сейчас в какие-то шахты там надо. Забраться. Будем этими... Рудокопами, ага. Ага. 7 подземных рудокопов. Рыбокопами. Смотри, свистилище какое-то. А так это, когда телепортишься. А, ну так мне интересно. Телепортишься. А я думал, это какое-то новомодное свистилище. Не. Куда идем мы с Питочком? Большой-большой секрет. Не расскажем о нем. О нет, о нет, и да. Так, а тут что? Может, тут какие-то дополнительные квесты еще сейчас появятся, нет? Мало ли, чем черт не шутит. Так. Что-то, по-моему, знакомое место, не? Или да? Так, нам, по-моему, вот сюда вот наверх. Эй, начальника. Да, я знаю, я тут была, меня тут рубили, блин, на мелкие куски. Да ну. Да вообще. А зачем тебе сюда? Нам сюда не надо. Я знаю, тут сундук где-то должен быть. Я просто помню его. Что значит, где-то здесь рубили? Мы здесь были с тобой? Мы здесь сегодня уже пробегали. Ну и сегодня, и вообще, я имею в виду. Возвращайся, куда ты там побежал? Ты там была. Я сундук. Ну, я сундук. Приятно познакомиться. Ты сменила ник. Теперь игровой канал сундука. Ща вот сюда загляну и приду. Всем привет, с вами любопытный геймер и сундук. Сундук. Любопытный сундук. Любопытный рыжий сундук. Пойдем. Бурундук. Вообще лол. Палево. Попалево. Камушек. Блин, какого черта? Какого? Какого черта? О чем ты? А че я с дверью разговариваю? Солгать или нет? Да. Солгать? Солгать? Здесь снаружи холодно, пусти меня внутрь. А ты кто такой? А, блин. У меня маскировка-то спала с меня. Сейчас я раздобуду ее заново. Вернусь назад. А я все равно в маскировке и не могу зайти. Да можешь. Не могу, он меня не пускает. Ну, он типа спрашивает, ты кто там? Я, ну вот, отвечает там, холодно, все дела, пусти меня, а он меня не пускает. Ну-ка. А, ему солгать можно, солгать надо, да? Да. Типа босс хочет, чтобы я проверил реликвии, которые мы уже собрали. Быстрее все, заходи, ну, спасибо. Пустили. Ну, меня тоже пустили теперь. Здорово. Здорово. Кому тут накостылять? Ой. Каков молодец-то. Каков молодец. А что ж делать там? Почему? Ну, иди сюда. А, я думала, может пописать там. Ты представляешь, какой дурак, да, побежал через огонь. Вообще, я думала, может пописать на огонь. Правда, мне не очень будет удобно. Скорее всего, мечты твои, мечты. Для себя более удобно будет.
всей радости это пописать на огонь. Больше ничего в жизни не надо. Сейчас они на нас нападут. Нет? Нет. Какие странные идиоты. Вообще идиоты. Вот эти с факелами, не подходи к ним, они палят контору. Видишь, тут обходной путь. Да. Они, по-моему, нас так спалили. Вот это надо. Вот. Нас бьют. Позорники. Ну все. Две голды, маскировка. Ну, а с меня-то не сбилась маскировка, так что переодевайся, если надо. Ну, походу, это меня, наверное, спалили просто. Наверное. Ей. А чё это у меня так и не взялась, эта штучка-то? Какая? Ну, вот это то, что мы висели. Наверное, не дотерпела. Пойдем. Вау. Копают они тут, понимаешь ли. Работать. Тебе-то зачем, чтобы они работали? Они же всякой гадостью занимаются. Противозаконной. Ну пускай работают, чё. Там с факелом хрен идет. Хрен с факелом. Ну, точнее, не хрен, а баба. А. Ой, тут можно почитать. Почитай, это там очень интересно все. Ну, я не смотри, знаю. Смотри, иди сюда. Чё? Иди сюда. Картина маслом, смотри, чувак. Точнее, чувихи. Раз и выглянула из-за стены. По затылку, что ли, долбануть? Ну, как это называется-то? Лол вообще. А почему? Что-то мне сюда куда-то показывает стрелка-то. А тебе куда? Ну, я уже все. Ой, тут чертик какой-то, смотри. Он агрессивный. Ты у меня что его отобрал-то? Обалдел? Это нормально. Ага. И как тут пролезть? Так, спрашивается. Надо обходить где-то, да? Может, что-то нажать надо, нет? Давай посмотрим, что можно сделать. Что-то я не вкурил, если честно. А, нет, здесь нельзя. А как тогда? Обойти как-то огненные ловушки. Может, написано. Вот здесь вот? Да нет, вроде. Тебя опять засекли. Ну да. Наручи дали мне. Маскировку не дали. Пойду я эту тетю туда грохну. Все, у меня тоже маскировка пропала. Блин. Лучи, стерва. Ты где там? Тут больше ходов нету, тут только туда можно. Поэтому понятия не имею, что делать. Ну пойдем куда-нибудь. Ой, ты мне штаны подбросил, круто. Какие штаны? Ну, которые мне нужны. Неплохие. Ну, как раз медиум. Это, слушай, что-то я потерялся. Так, ну, нам же сюда, нет? Нет. Нам что, обратно уже? Нам-то, я не знаю, нам как-то надо пройти мимо этих, мимо огненных ловушек. Так. Ой, как меня ударили-то.
Да вставай, ну, я встать не могу. А вот, встала. Ни хрена тут столько трупов. Они что, качаются тут, что ли, просто? Ну, они появляются постоянно, да. Блин, опять меня долбанули. Ну что, попробовать, что ли, прыгнуть? А, оно... Это... Прерывается. Стоп. Огонь прерывается. Иди сюда, там, где огонь. Он гаснет. И в это время надо пробежать. Да. Ой, немножко не успела прям. Жопу запалила немного. Только вот в какую сторону бежать, вопрос. Ага. Ну куда? Вот сюда. Зажарила тебя? Вот сюда, сюда. Нет. А ты у меня горел. А, у меня... Снегурочки стоят. А, нет, у меня что-то, да, отнялось чуть-чуть. Но ничего, уже восстановилось. Все, так, при... сквозь прибыли. Огонь пробежал. Использовать портал, чтобы войти в Обливион, прикинь. Мы сейчас опять в Обливион попадем. Какой Обливион? Ты о чем? Почему опять? А, туда, где мы были в начале самой игры, что ли? Ну, Обливион — это параллельный этот мир, где Дайдер тусуются. Я знаю. А как использовать его? А, о. Пиу-пиу. Лети за мной. Сейчас, надо же проверить, что вот здесь вот. Там дверь неоткрываемая. Дверь — это потом, это назад выход. К самому началу. Я лечу! Наконец. Чё у тебя в руках? Молотки. Какие-то, блин, с какими-то этими шипами, что ли. Ну да. О, сейчас будет босс, похоже. Ау. Ох ты ж, блин. Чё, тебя откинуло? Да. А меня? Ой. Ой, в глазах побелело. Я телепортнулась куда-то. Ну все, сваливаем. Нам теперь только сваливать. А что это вообще было? Ну что-то мы там разбили с тобой какую-то хреновину. Нормально. Что-то мы там разбили. Что ты выяснил? Бандиты были наняты Даггерфоллским ковенантом, чтобы украсть дейдрический артефакт. Контракт с ковенантом. Да, это вообще отвратительно. Мы должны вернуться в деревню. Завершаем квест. Кстати, кинжальчик дали. Да, я вижу. Я возьму кинжал и молоток. Ты же не хотела молоток брать. Ну, уже поздно. Я взяла кинжал и молоток, а это выкинула все остальное, потому что нафиг надо. Продать. Так, надо одеться, а то у нас сейчас тут спалят. Да ладно, плевать уже. Я уже оделась. Завалим. А ты где? Бегу вперед. А, я вижу. Моя твоя видеть. Так, ну и что, я не знаю, давай тогда. Не, пойдем отсюда, пойдем. Там за мной и с факелом бегут, идут. Да это понятно. Надо отсюда выйти, потому что, ну, это вражеская территория, как бы. Я к тому, что даем тогда команду на то, чтобы эвакуировали остров. Мы вроде тут все квесты выполнили. Правда, что все? Ну, я не знаю больше тут. Че еще? Так, давай посмотрим. Посмотри, что у тебя там есть. У
Майн стори какая-то. У тебя есть такое? А, ну да, есть, но он, этот квест не может быть показан на карте. Это как раз найти вот ту гавань, про которую пророк говорил. А mm-hmm. из квестов на Блик Рок, он на острове Блик Рок, больше не осталось ничего. Только уже говорить, что типа валим. Ну да, я вижу. Значит, мы не будем искать ничего? Да нет, наверное, а что еще искать-то? Ну вот это вот гавань. Так нет, гавань мы найдем, когда эвакуируемся. Это уже дальнейшее продвижение чисто по сюжетному квесту. А, то есть это не здесь, что ли? Не-не-не-не. Он же сказал, так, ну... что он в этом, в Морруинде. Мы сейчас так, в Скайриме ну, с тобой. Здесь, да? Но мы тут все вроде бы облазили. Ну, вроде бы, да. Может, ты помнишь еще где-то что-то? Не помню. Давай продадим барахло. Так, барыгам. Сейчас... не поняла, почему у меня на четверке ничего не стоит. Какой бред. А вот и барыги. Ошибка какая-то опять. Так, а где ты где? Я у барыг. А, мне тоже надо. К барыгам. Блин, хочу лошадь. Подарите нам лошадь. Барыги, подарите нам лошадь. Ух ты, у них тут шматье. А, это тяжелая броня. А легкая есть? Вот, медиум. Вообще ништяк. Сейчас я вам продам то, что мне не нужно. Так. Это тоже мне не надо. Медиум. Сейчас надо посмотреть, что там за штаны вот это. А, что это за штанцы такие? Да все, продавай. Ну, вот эти штанцы я оставлю, наверное, а вот эти что? Тоже медиум. Так, я просто не знаю, сейчас посмотрю, может быть, куплю себе какую-нибудь броньку, если денежка хватит. Ну да, мне сапоги можно купить, а то у меня легкая броня, сапоги. Так, броня. Мне нужны наручи, что у меня нету. 25, 19, 22. О, попродавал. А ты будешь что-нибудь покупать? Не знаю, у меня, наверное, не хватит. You're heading into the white. You'll need some strong armor. Heavier the better. Just shout if you see anything you like. У меня на сапоги и на наручи только хватило. А у меня. А у меня, если хватит, только на кирасу. Ох, нифига себе, сапожки. О, сапожки, да. Так, а что может оружие тогда прикупить лучше? Что это у нас? А, нет, это только доспехи. А вот с другой стороны должно быть оружие. Точно. Ну и чё? А это что, продать, которое, ну, на мне было? Неплохой топорик. Но стоит уж больно дорого. Так. Да тут что-то вообще капец. Обдираловка. Так. Где-то у нас что?
Всякая хрень, еда. Ну ладно. Обалдеть, у меня шматья. А где-то оружие ты сможешь где-то есть? А, с другой стороны от лестницы. Там ничего на самом деле особо интересного нет. Ага, я мечиха. Денег, да? Я в осадок выпала просто. Даже обычные топоры сколько стоят, вообще капец. Че, луки продаешь? Так, все, понятно, до свидания. Я так побегаю лучше. Я единственное себе купила наручи и сапожки. Я делаю. Аналогично. Сапожки у меня теплые, зимние, смотри. Так, ну все, пойдем тогда. Сообщим, что, дескать, пора отчаливать. У нас там по времени мы не заигрались ли? Ну да, есть немножко. Но я думаю, можно квест этот завершить уже. Чтобы уже. Мы опять невидимые. А, невидимки. Так. Так, ну первое, да? Я собрал, да, всех не хватает, недостающих жителей деревни. Рано. Да, люди Бликрока тебе должны. Я тебе должна. Все, давай уже, погнали. Love you. Ты прав, мы можем... не можем больше броню. Ждать. Да, броня неплохая, в принципе. Отлично, завершаем квест. Квенанты уже здесь. Мы зажжем сигнальный огонь. Все, что нам осталось, это предупредить основную землю. Я должна проложить путь по этим огням. Маяки расположены на вершинах, на вершине башни за городом. Где ж ты будешь? Подготовлю деревенских. Найди Тилрани, когда закончишь с башней. Она ставит путь открытым, она знает, что делать. Я сделаю это. Удачи. А ты что собираешься делать? Лодка за тобой вернется? Короче говоря, у нее самоубийственная миссия. И у нас. Наша задача зажечь маяк, чтобы корабль мог ориентироваться в этом тумане. Вот, но это мы будем уже делать, видимо, уже в следующей серии. Я думал, что тут уже будет кат-сцена или что-то вроде того, как мы сваливаем с этого богом забытого острова. Нет, там, по-моему, нет кат-сцены, когда сваливаешь. Ну и чудесно, значит, мы вновь героически завершаем серию, прощаемся с вами. Ставьте лайк, если вам нравится видео, ждите новых серий и всем пока. Всем пока!